Добрый день, уважаемые друзья. Меня зовут Виктор Кудряшов, и сейчас я нахожусь в парке трехсотлетия Таганрога, который расположен в районе Русского поля. Русское поле является одним из самых густонаселенных районов города Таганрога. Здесь у нас находится неподалеку два аэродрома, но речь не про аэродромы. Вот посмотрите, в каком состоянии сейчас находится парк. Я приложу к этому видео пару фотографий. Хотелось бы что отметить. В июле 2022 года, то есть буквально через два месяца, этот парк должен быть сдан. В каком он состоянии, ну, я думаю, вы сами можете приехать, посмотреть и увидеть. Очередной раз администрация города Таганрога глубоко наплевать на то, что происходит в течение каких-то ремонтных работ. Вот здесь, вот впереди, чуть-чуть рядом с парком, находится строящийся детский сад. Детский сад должен был быть сдан, подчеркиваю, в декабре 2021 года. Он до сих пор не задостроен еще, до сих пор. Причем там, говорят, колонны, которые основные, несущие, они со смещением. То есть уже там допущен брак. Здесь по парку, ну, как бы я имею возможность постоянно видеть, как ведутся работы. Если посмотреть на столбы, они стоят, ну, пьяные все столбы. Часть столбов завалена. Причем, посмотрите, какой чистокол этих столбов. Такое впечатление, здесь идет просто освоение денежных средств. Парк не готов, наверное, еще процентов на 25-30 точно. За два года сделан крайне малый объем работы. Сейчас постоянно я наблюдаю, как какие-то дни тут, знаете, идет бурная деятельность, потом опять никого нет. Нет, может не быть, там, неделями, две недели, один человек пройдет и все. Мне хочется задаться вопросом. Есть у нас такой депутат этого округа, гражданин Селиванов, который отвечает у нас вроде как за 10-й избирательный округ. Вот его здесь не было не видно ни разу. Зато он носится по каким-то там северным площадям, что-то там рассказывает, как должно быть. Ребята, уважаемые друзья, товарищи, жители города Таганрога, до каких пор ни один, заметьте, ни один проект по благоустройству, выделенный федеральный или муниципальный, в том числе муниципальный и областные деньги, ни один проект не закончен вовремя. Все проекты идут с каким-то браком, постоянно. При этом городская администрация, депутаты городской думы в основе своей молчат. Молчат и все делают для того, чтобы присвоить свои какие-то, преследовать интересы. То они поехали отстаивать интересы почему-то заказчика, исполнителя, а вовсе не нас, как заказчика. До каких пор это будет продолжаться, я не знаю. Но я могу сказать с уверенностью на 100%, что к июлю, даже до конца июля 2022 года этот парк не будет сдан. Но вот здесь огромное количество людей уже гуляет, потому что люди истосковались по природе, истосковались по парку, которого отобрали у них на два года. Мне кажется, знаете, ни городской администрации, ни областной администрации до этого абсолютно никакого дела. С этим надо что-то делать. Как? Мы будем думать вместе с вами. Спасибо, с вами был я, Виктор Кудряшов, в эту ветреную